Проблема, с которой внезапно может столкнуться собственник жилья – шумные соседи, в том числе серые майнеры. Они устанавливают оборудование не только в домах, в частном секторе, но и в квартирах. В нашу редакцию обратилась телезрительница. Она интересуется, как можно понять, что у соседей работают машинки для добычи криптовалюты и куда можно об этом сообщить. За ответом мы обратились в ресурсоснабжающую организацию Иркутска. Нам рассказали, что для начала жителям надо обратить внимание на уровень шума. Если за дверью соседей раздается механический гул, он громкий, его слышно даже в подъезде, возможно, в квартире работает майнинговое оборудование. Второй признак – частые перебои с электричеством и аварийные отключения света. Ведь сети многоквартирного дома просто не рассчитаны на такую нагрузку. Если у вас есть подозрение, что сосед занимается добычей криптовалюты в квартире, можно сообщить об этом по телефону, который вы видите на экране. Или же сообщить об этом в управляющую компанию, ее сотрудники передадут информацию специалистам. Если у вас есть подобные вопросы, ответы на которые будут интересны всем телезрителям, звоните нам на горячую линию с 10 утра до 6 вечера. Наш телефон прежний 792-402. Отправить информацию можно также через интернет по адресу rnews@ntsdefis.tv.ru.